Вкусно? Вкусно очень, да? Сразу вода. Вода нужна. Моя русская дочка, да? Всем доброе утро и с днем рождения меня. Вчера мы думали, куда же нам все-таки поехать. Думали в соседний город, но он такой более-менее цивилизованный. Там есть несколько торговых центров, но опять торговые центры ехать. Ну, блин, ну куда в Индии? Я еще, ну так сказать, немного знаю об Индии, знаю там. Ну ладно, поехали там в торговый центр привычный, нам там пускай Вика поиграет где-нибудь. Ну вот эти вот, ну вы поняли, да, там игровые центры вот эти. Искали, а потом он ночью говорит: а поехали в аквапарк? Я говорю: что есть здесь рядом аквапарк? Он говорит: ну как бы да, есть в Непале. У нас Непал, мы живем прямо на границе с Непалом. И он, значит, набирает в интернете аквапарк вот Лумбани. Лумбани — это там, где жил тот самый Будда. Лумбани, 55 километров. Я: что? 55 километров до аквапарка, и ты об этом молчал столько лет? Мы бы могли просто каждый месяц туда ездить и нормально вот отдыхать, развлекаться, и чтобы там Вика играла, да и Карина, чтобы, да, немного покупалась, поиграла. Ну, в общем, ну, вроде бы и обидно, да, то, что Шека раньше не говорил. Он говорит: ну, я ждал того момента, когда тебе будет 25 лет. Да, не везет так не везет. Я говорю, не везет, Чек. Ну ладно. Если там дождя будет, тогда мы только аутсайд посмотрим его. Да? Снаружи посмотрим. Да. Ну, будет, ну, очень обидно, какой? Но, ну, на улице-то очень, кстати, тепло. Ну ладно, мы посмотрим. Да, у нас тут ребенок тоже есть. Да? Два ребенка, да. Посмотрим. Проблемы с глазками. Да, какой же кайф. Здесь дождя нет, это уже радует. Что мы приближаемся туда. Ну хотя посмотрите, какие там точки. Поэтому погода ничего не обещает нам. Панипури продают. Фрукты, всякие сладости, бургеры, одежда, здесь посуда. Вика, если ты сейчас не сядешь, то тебя вот заберет, смотри, дядя сейчас полицейский. Посмотри, он вон там стоит. Посмотри, какой опасный дядя. Нет. Ты хочешь, чтобы забрал дядя? Нет. Ой, господи, какой же там инвалид сидит. Ого. Прям на дороге сидит. Да, сейчас точно. Можно собрать свой? Где мы? В Непале. В Непале? Да. Ну так еще что-то оформлять надо или нет? Да, чуть-чуть попозже будет пансар. Как кастом. Кастом, таможня. Да. Но сейчас все равно уже территория Непала, да, началась. Но самое главное, что здесь нет дождя, Жек. Вот этот ребенок вообще самый непослушный в этом мире. Вик, ты знаешь, что мы сейчас остановимся? Тебя я увидит его, вот, полицейский. Все, папа, молодец, останавливайся. Я сейчас
Сразу полиция стоит приехать. Да. И забирает Карин. Нет? Тогда можно сесть? Давай. Просто посиди. Или иди к маме, или тут посиди. Ну почему Давай. Ты такая непослушная? Давай. Вот так сиди. Все, давай, иди к маме. Посмотри, какая Карина хорошая. Просто села и сидит спокойно, с бутылочкой играет. А с тобой что, друг мой? Что, ты кушать хочешь? Ты кушать? Пани-пури уже. Пани-пури будешь? Омлет будешь? Мумус будешь? Курочку будешь? Вика, вот смотри, пани-пури твои любимые. Да, пожалуйста. Вот эти котлетки из картошки делаются. Это готовится чат из них. Ну, с этим, может быть, сейчас покушаю. Чат очень люблю. Вика, ты будешь пани-пури или чат? Пани-пури. Пани-пури, сладкие пани-пури. У них есть даже соусы сладкие. Вон, мита чакни гэ, аптивас. Мита чакни. О, спагетти с обжарочкой. Ну, в общем, мы проснулись. Ой, собирались, что-то ходили, бродили. Я детей покормила овсянкой сегодня на молоке. Но овсянка быстро все-таки переваривается. Мы сейчас поехали, забыли непальские рупии. Возвращались обратно. В общем, мы проголодались и решили сейчас по дороге покушать вот эти пани-пури. Но на самом деле пани-пури очень сытные, потому что они сделаны с гороховым пюре. С картошкой? Ну а почему? Она же кушает с горошком. Острый? Ладно. А картошка разве не острая? У них все, мне кажется, острая будет. Но Вика кушает. Вика кушает с горошком всегда. А, вот он готовит специально для Вики. Thank you. Вик, шеф. Я гарак, диджей. Thank you. Такую тарелку мне дали. Папа там кормит сейчас Вику. Вороны прям как у нас. Ну, Карина тоже будет кушать. Карина тоже будет кушать. Ну давай, вот чуть-чуть всем положим ей. Она вообще дома. Я ее приучаю потихонечку есть острое. Да. Да, потому что, нужно. Все-таки мы живем в Индии. Угу. Острова-то, да? Но он положил красный перчик. Ну, чуть-чуть положили, ничего страшного. Она уже привыкает к этому. Очень вкусно. Давай, чуть-чуть. Я обожаю. Да. Чуть-чуть Вика тоже кормит, пожалуйста. Давай. Эксперимент. Давай. Вика будет скушать? Очень вкусно. Вкусно? Тести? А чаге? А что, она серьезно не чувствует острое? Вкусно очень, да? Сразу вода. Вода нужна. Моя русская дочка, да? Еще одну ложечку. Посмотри, маме нужно помогать. Мы с Кариной не справимся. Ты будешь нам помогать? Будешь? Правда? Ну давай посмотрим. Папа, на, держи. Сейчас посмотрим обязательно. Давай. Давай, да ты моя принцесса. Вика очень любит кушать. Это вкусно, да? Гороховое пюре очень вкусное и полезное.
Да, и специи тоже очень полезные. Сейчас, да, ну, конечно, вот смотри, уже дождя, но... вот сейчас придут. Да, и дождь начался, да, опять. Пришел. Давай, сюда дождь. Зайка, я за рулем, и ты сиди. Мы вроде бы уже приехали в Непал, а за окном как будто мы до сих пор в Индии. Все то же самое. Но единственное, здесь почище. Намного. А? Ну да, еще будет почище. Тут на границе индийцы живут, Шекар. Индийцы живут, поэтому так грязно. Непальцы очень чистые. Мусульманская мечеть. Да, зайка? Ой, с непальскими номерами. Автобус. Как же здесь чисто. Сунавли карвот ме хай. Сунавли кахе де бэрхама то айсе агар паде. Бэрхама паде. Сунавли вале рот рейт са бар. Сунавли. Thank you. Тиг, тиг. Вот мы проехали тогда где-то 2-3 километра, и все, и наступила вот как цивилизация, да, Шек? Так сказать, проехали после границы Индии и Непала. Ну посмотри, просто вот как чисто, здесь как-то спокойно. Вот в Индию приезжаешь, очень много людей, все сигналят, там мусор везде. Здесь вообще вот вроде бы как нейбор, да, соседняя страна, но вообще все по-другому. Кукурузку жарят. Сейчас прям вообще сезон-сезон кукурузы. Это я какой вотер парк, э? Пани хелне вала жага, э? Шекар везде сейчас спрашивает, есть ли где-нибудь здесь аквапарк поближе. Не в том городе, а где-нибудь поближе. Вот первые сказали, что нету только, есть Лумбани. Сейчас вот он подошел и что-то сейчас ему будет говорить. Ну, в общем, точно не знают. Здесь, ну, как бы, в основном туда ходят более такие, более-менее цивилизованные люди в эти аквапарки. Поэтому многие не знают, вообще не знают, что такое аквапарк, или же не знают, где он находится, потому что, ну, это им не интересно. И вот смотрите, в Непале очень много вот таких машин сейчас поедет, пикап.
берем. Есть все-таки, да? Да, да, да. Большой? Да. А тот первый человек сказал то, что нет, его закрыли. Ну, видишь, они даже и не знают. Но мало все равно, кто ходит в аквапарке, да? Это такие вот более как молодежь, наверное, да? 20-30 лет. 15. Шакар говорит, что я же обещал тебе приехать в Непал на день рождения. Только ты мне обещал совсем другое в Непале. Слушай, а вот ты из Палиста Кадыра, я тебе индийский столицы забрал. Что? Хотели не забрали индийский столицы. Я захотела, и тебе нужно было, а? Ну, если туда не ушли, мы пошли как раз. Ладно, тогда переносится на другой раз параглайдинг. Мы были в Непале. Когда мы были? В апреле, по-моему. В апреле, в мае. В мае мы были в Непале. Мы были в Покре. Мы были в Покре. Туристический город, очень красивый. И там в горах был параглайдинг. Летают, да, люди? Шекар мне обещал, что вот на твой день рождения я подарю тебе полет на параглайдинге. Ну вот у нас не получилось немного, потому что, ну сейчас мы ездили в Дели, немного бюджет, да, наш? Есть границы, так сказать, лимит в бюджете. Ну вот, в следующий раз мы обязательно поедем на параглайдинге. Но сейчас Шекар обещал мне то, что на мой день рождения мы приедем в Непал. Приехали в Непал. Очень плохо себя ведешь. У тебя очень плохое поведение. Посмотри, как ты сидишь. Кто устроил? А? Сцены. Это парк. А? Что это за цирк ты нам устроила? Скажи, пожалуйста. Ехать очень близко, поэтому мы решили не брать ее кресло. Она очень тяжелая. У кого чику, тот знает, что она очень тяжелая. И мы просто вот решили не заморачиваться. Мы проснулись рано, и мы думали, мы были уверены, что Вика будет спать. Карина уже второй раз заснула. И мы были уверены, что Вика будет спать. Ну вот она не спит. Она, видимо, была в предвкушении вот этого вотерпарка, аквапарка. И поэтому она встала вот здесь вот в проходе. Сколько мы на нее не кричали, вот не садится и не садится. Вот как будто в попе, да, что-то у тебя, что у тебя больно сидеть. Да, Виктория? Да, у тебя в попе что-то? Да? Да? Я писаю. Очень классно, спасибо. Мальчики не пальцы уже из аквапарка вышли, счастливые и довольные. Блин, такая жара, Шекар. Я детям взяла, как всегда, вот повязки эти, шляпки, такие вот мягкие, чтобы можно было купаться с ними. А нам я опять не взяла, я думала, реально то, что будет дождь, Шекар. Я не взяла нам. У меня платок есть. Ты будешь постоянно в воде, не переживай. Ты вообще никогда раньше не одевал шапки, поэтому ты-то что переживаешь? Это мы всегда на солнце с всякими повязками, шапками. А индийцы-то не одевают это все. Редко можно кого-то встретить, кто закрывается от солнца. Или же кто-то вообще не появляется на солнце, то есть не выходит днем на улицу. Либо же просто почему-то там даже на байке ездит.
без каких-то головных уборов. И, кстати, никаких солнечных ударов нет. Ну вот, удивительно, может быть, у них густые волосы, поэтому они защищают их от солнечных ударов. Ну, в общем, сейчас, может быть, Шахтер, ты хотел себе шляпу красивую, может быть, там какая-нибудь шляпа будет красивая. Ну, хотя, вот честно, сейчас же будем кататься с горки, какие шляпы. Ну, кто будет в аквапарке с головными уборами? Ну, те, в смысле, кто катается с горок. Не будешь же ты постоянно снимать и одевать их. Ну, если будем сидеть, найдем тенек где-нибудь, будем сидеть. Ну, в общем, найдем сейчас решение. Давай водичку Каренину возьмем. Да, восстанавливаем. Все видно. Какая там музычка играет. Прикол вообще, Шек, это все реально индийские. Я иду, смотрю, все индийские. Это не пальский, да? Единственная непальская машина. Это индийская. Вот, вот здесь нужно сейчас купить нам билет. Ой, они так дешево стоят, что ли? Слышишь? Нет. А, сколько стоит? Смотри. Вот так, 500 сделали. Для взрослого 500. Для ребенка 400. Что такое Visters? Visters это что? Visters, вот здесь Visters. А, он говорит показать. Фри? А? Ты отдал индийские деньги? Да. Можно непальские, можно индийские? Можно, вот, да. Ну, то есть они... Вот внутренние, кузет возьмем. А. Ну, то есть спокойно здесь вот эта вот практика работает. Да. Можно спокойно индийские отдать, можно, да, карточкой оплатить. Шек, но вот эта цена, это стоит на непальских. Да, это непальские. Непальские, но смотрите, 500 непальских, это примерно 250-300 индийских. Да, это так дешево, 320 индийских. Да. Билет для взрослого 320 стоит на целый день. It's like for one all day. All day. Да. Шек, что такое Visters? Visitor, как если ты не хочешь купаться, ты долго стоишь, плати и иди. А, просто тогда. Я в шоке. 320 рублей для взрослого стоит вход. И те, кто не хочет купаться, просто хочет зайти внутрь, 100 рублей стоит. Что они сказали? Там можно вот свиминг костюм получить, да? Да. Они немного уже другие, вот эти вот индийцы, не пальцы. Чуть-чуть они отличаются. For me? Oh. Ай, какой отдышек. Карина спит на руках. Thank you. Okay, thank you. Все они так на хорошем английском разговаривают. Ой, все, это индийцы. Сари даже приехали. Просто сидим где-то. А, ну для таких специально, да? Для таких людей 100 непальских... Для таких людей в сари 100 непальских рупий стоит вход. Кто просто ходит зайти, но не купаться. Они стесняются одеваться. Одевать, если купальники, раздеваться. Здесь можно, да, купальник получить? В аренду. Вау, это все, представляете, это склад купальников. Это большая. Или вот это мой хорошо. Мере ли? Помни. Какой? Какой у них ассортимент?
So many. New one. For her. А, ты спрашиваешь новый? Да. New? Конечно. You want to buy? А, или rent? Better will be one piece. One piece. А, даже... Two pieces у тебя есть? Ну, погоди, новые что? Мы покупаем новые или просто в аренду новые? Нет, новые купим. А, новые купить. Даже так. Но это, конечно, это лучший вариант купить новые. Да, ты готова будет. А, даже... Даже красивые yeah. раскрасы. One piece. This for you? This for you? No, it's for you. I have my own. Ты скажешь, что они все маленькие. Ну, я... Посмотри. Здесь нас мало? Цвета красивые, очень красивые. Здесь тупи? А, ну. No, thank you. Like this other color, you have? Ah, this very nice color. Like, yeah, okay, ah, like in Chutwan. Yeah, ah, stretchable. How much? 700. 700 непальских рупий. Стоит новый купальник. Самое главное, что он новый. Новый купальник. И вот для Карины у тебя есть, да? Да, для Карины есть. Yeah. Better will be this. Yeah. Okay, let's go. Thank you. Let me сразу плачет. She was sleeping. Ты чего? Ты стесняешься? Стесняйся. So shy. Шкафчики нам дали. Ключик, точнее, шкафчиков. Жесть, сколько же людей. Сколько же людей. Шек, я думала, мы сегодня будем одни. Не знаю, почему, но я так думала. То, что никого больше не будет. Да. For you? Yes, for me? Yeah, you have to change it now. Woman. Okay. There is woman. No, first I'm doing. Okay. I have to give you all this. This. Вот так. Вот так. Класс. Класс. Ты рада? Ты очень хотела. Ты давно хотела попасть в вотерпарк, в аквапарк, да? И наконец-то ты попала. Ты здесь будешь играть? Принцесс, ты здесь будешь играть? А ты будешь играть? А? Тетя, ты не пошла на ручки. Почему? Ты боялась ее? Тетя не такая страшная. И самое главное, то, что здесь написано на английском языке. Обратите внимание, какая красивая плитка. Вы представляете, это кафель. Когда нам делали комнату, меня Шекер спрашивал, какой же дизайн ванной сделать. И я им сказала, на полу я хочу рыбок себе. Ну вот что-то наподобие такого. И вот он мне нашел. И посмотрите, я это вижу, какая красота. Представляете, у нас был в ванной вот такая красота на полу бы была. Как же красиво это. Boy, boy, oh yeah, I'll catch the beat.
смотрите, я одела купальник, но, в принципе, он ко мне подошел по размеру, но чуть-чуть у меня тут ляжки большеваты, поэтому, ну, шортики немного меня сдавили, но ладно, ничего страшного, все равно сейчас в воде немного размякнет этот материал. Ну, прикольный, да? Хороший этот. Сел хорошо мне. Пошли. Ты меня умеешь, да? Ты моя принцесса. Мужчина? Да. Нормально? Да, думаю, что пусть так.